Здравствуйте, друзья. Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании «Алям». Сработала переадресация, и мы попытались с представителем Почта-банка поговорить. Да, 150 дней человек не вносит оплату. Наверное, есть тому свои причины. Эти причины очень категорические. Как вариант, я ничего не брал. А давайте послушаем, как развивался диалог. Очень интересно. Итак, поехали. Почта-банк, а точнее Active Business Collection. Именно так наверняка АКБ аббревиатура расшифровывается. Ну, давайте послушаем, повеселимся. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте. Представитель ПАО «Почта-банка», разговор записывается. Сергей Геннадьевич, это вы? Я не слышу вас. Да, это я, вы же мне звоните, конечно, я слушаю вас. Меня зовут Корин Александрова, специалист управления административного взыскания ООО АБК. У вас задолженность перед Почта-банком по карте. На 1 декабря сумма долга 6000 рублей. Так как 150 дней вы не производите оплату, данную сумму крайне важно в течение 3 дней оплатить. А оплату произведете когда? Завтра или сегодня? Почему я должен оплачивать что-то? А почему нет? Потому что у вас имеется задолженность, которую крайне нужно платить. Она на основании чего сформировалась эта задолженность? Чего это банк решил, что я... На основании ваших неоплат. Я вообще ничего не собирался туда платить, потому что я ничего у них не брал. Ну а зачем платили тогда? Я не брал ничего. Как-то не брали. Вы оформили карту в ноябре 2016 года на 10 тысяч рублей. Что, есть договор на этот счет? Вы оплаты производили до июня 2017 года. Сам лично приходил в кассу и оплатил оплату? Оплата больше не поступала от вас. Да я ничего не брал, никакой договор не как не брал? Хорошо, давайте данные сфере, назовите ваш... Что я ошибаюсь, у меня что, мне приснилось, что ли? Да, данные сфере назовите. Я ничего не буду вам называть, тем более какому-то АКБ. Ну тогда производите оплату. Да, а может вы это самое, мне еще предложите куда-нибудь жизнью рискнуть, прыгнуть с этажа с какого-нибудь? Я вам не предлагаю, это банк выставляет. Да, это так же абсурдно. Это так же абсурдно. Тогда вы пройдете. А вы тогда... Давайте, только тогда, когда вы, я сейчас вам продиктую, готовы записать номер карты? Проведете мне 100 тысяч рублей, я просто считаю, что вы мне тоже должны. Вот лично вы... Помимо всего прочего, в Почта-банке, а у вас задолженность еще есть... Чем это подтверждено? Объясните. На 1 октября здесь сумма долга 11 500 рублей. Чем это подтверждено? АКБ. 59 дней, период неоплаты. Какой АКБ? Ну вы АКБ... Что это такое АКБ? А хрен его знает, вы сказали АКБ вы. Я так говорила? Да, вы сказали, что вы представляете там что-то интересы банка этого и АКБ вы называетесь. Что, не так? Геннадьевич. И вы прямо из банка вы оплачиваете ни карту, ни покрытие. Почему вы решили, что я вам должен отвечать на вопросы, не получив от вас ни одного вразумительного ответа? Я не знаю, почему, да вот мне неизвестно, почему. Почему вы почемукаете? Для вас нет. Если как вы, это есть? Если меня интересует информация, с кем я сейчас беседую? Нет, не могу, потому что вы меня в первую очередь перебиваете. Так вот, предоставьте мне какие-то документы, которые подтверждают мою, как вы утверждаете, задолженность. Пускай мне банк пришлет договор, который я подписывал, где есть моя роспись, и тогда, может быть, я задумаюсь. Но я сначала приду в отделение этого банка и попрошу, чтобы они предъявили оригинал мне этого договора, с которого был снят вот этот фальшивая копия. Что я ничего никому не давал разрешения, во-первых, со мной в формате третьих лиц разговаривать, и самое главное, тем более какому-то АКБ. Если я правильно услышал, тут у меня не раздвоение личности, и у вас может быть какая-то фатальная забывчивость. Вы сказали, что вы АКБ какой-то. Алло. Что сказали? Ну, все зависит от того, что вы мне в ответ скажете. Раньше, Сергей Геннадьевич, если вы отрицаете наличие задолженности, вы можете обратиться в Почта-банк, дать справку об отсутствии задолженности, чтобы мы их не тревожили. Да вы меня не тревожите, вы же понимаете, что вот эти ваши слабые потуги ни к чему не приведут.
пока я не увижу оригинал договора, оригинал, экземпляр, который якобы я оставлял. Это мой экземпляр. Секундочку. Есть два варианта договора, да, два экземпляра. Один подписан в банке, а один у меня. Я его не потерял, меня интересует, где тот договор, который я оставлял в банк. Я пришел в банк и попросил, предъявите мне этот договор. Мне показали какие-то бумажки непонятные в виде графика платежей и сказали ту же самую хинею. Оплатил это зачем? Объясните тогда. Да это не я платил. Да, вот начнем с того, что я сейчас заявляю вам, что я ничего не платил, никаких договоров не подписывал. Понятия не имею. Откуда я знаю? У нас население 150 миллионов в стране. Но, Сергей Геннадьевич, извините, задолженность числится на вас. Так и что теперь? Договоры на вас. Ну, да ради бога. Доказывайте в суде. Берете оригинал договора. Да мне похер на эту кредитную историю. Вам понадобится крупная сумма денежных средств. Чего вы мне лечите? Душа моя, чего вы мне лечите? Вы можете слышать отказ, только потому что вы что? В банке у вас вы меня уже договоренности. Вы меня пытаетесь или что? Вы надеетесь меня уговорить? Нет. Нет? А что тогда вот это учинение, кстати, про кредитную историю? Я вам сказал, мне похер на эту кредитную историю. Вся информация в открытом доступе, служба безопасности данной информации какая? Проверить. Во-первых, я руководитель организации являюсь, да? Это раз. Во-вторых, вы, прежде чем говорить чепуху, сверяйтесь с правдивыми источниками, а не слушайте свою вот эту, руководителей своих. Вы мне когда параллельно говорите, я не слышу, что вам так это говорите. Очень плохо, что вы ничего не слышите. Еще не раз повторяю, если банк считает, что ему кто-то что-то должен, пускай придет в суд и предъявит документы соответствующие. А вы зачем мне это повторяете? Вы вообще не из банка. Вы кто такая вообще? Вы от оплаты отказываетесь, правильно, Сергей Геннадьевич? Я не собираюсь отвечать, но я хочу выяснить, кто вы такая? Хорошо. Вот я представитель банка, я представилась вам уже. Какой представитель банка? Обычный. Кто такая в контексте, этот вопрос звучит, где документы, Сергей, которые позволяют вам со мной взаимодействовать? В правильном порядке, 159 дней. Вы уже не оплачиваете, а банк имеет полное право обратиться в суд. Да пускай вот именно, с оригиналами документов. В правильном порядке. С оригиналами документа, на основании 67 статьи. Становится еще больше. Нет, банк не докажет, что... Заемщик. Банк не докажет ничего, я у него ничего не брал. Он не сможет... Вы мне это говорите. А вы зачем тогда мне звоните, если не хотите слушать то, что вам говорят? Или да, возможно, отказываетесь, я бы сердце... Да я вообще не понимаю, что за голос что в трубке. Что вы можете ждать в ближайшее время, я должна вам это озвучить. Несчастная, ты же понимаешь, что ты вообще ерундой занимаешься. Если становится сумма долго больше, и, соответственно, помимо всего прочего, банка начинает комиссию. За счет чего сумма долга может стать больше. Бабушка в детстве говорила, закрывай глазки, ложись на правый бочок, а то бабайка придет. Бабайка придет и укусит за бочок. Алло. Все сказали? Да нет, вот то же самое. Что вы говорите? Скажите, пожалуйста. Я и говорю, ты задумайся над тем, что ты говоришь. Ты знаешь, человек, Зачем мне это? Вот именно, не знаю, зачем? Ты вообще, у тебя раздвоение действительно, да? Ты говоришь то, что считаешь, что... Ну подожди, ну ты напугала меня, что ли, или что? Ты позвонила человеку, для человека... У меня нет такой цели. Что ты хочешь? Я вас позвонила, возможно, в последствиях. Ты даже трубку положить не можешь. Да? А зачем мне это делать? Ну, давай поговорим, интересно. Если вы мне говорите непонятную информацию параллельно уже сколько... Так нет, я и говорю, раз тебе это не нравится, ты положи трубку. Да и все. Нет, сначала мы с вами сверим данные, назовите в адрес записки. Нет привычки говорить, кому попало человеку... которого я... Хорошо, в ближайшее время вы ожидаете, возможно, выезда сотрудника для личной беседы. Это вот опять бабайка пошла, да? Вот, вы можете подписать отказ от оплаты, чтобы у банка были все основания принадлежать на близкие средства. Нет у банка оснований, банк не может предъявить оригинал договора, у него его нет. Будет продолжаться. Доброго, до свидания. Вы в любом случае эти деньги вернете в банк. Давай поспорим. Я не понимаю. Бабайка придет, за бачок укусит.
Друзья, я надеюсь, те, кто имеет уши и умеет также размышлять, поняли, в чем суть этого диалога. Еще раз повторяю, у банка, вообще у кредитора, у любого человека, кто претендует на свою какую-то правду, а в этой правде декламирует то, что я дал деньги и у меня есть документы, как минимум должен предъявить документы. Поверьте, это, конечно, длинная история, здесь комментировать я ее долго не буду. Но нет ни у одного банка оригинала договора с вашей подписью. Нет, они уже давным-давно в Центробанке. Если в двух словах, такая схема, не схема точнее, а вообще суть взаимодействия коммерческого банка с Центробанком, частичное резервирование. На каждые 50 тысяч, прописанные в вашем договоре, банк получает на свои счета 1 000 000 рублей. Вот и все. То есть это не банк вас кредитует, это вы его кредитуете. И вы имеете право на ту часть денег, которые банк получил. Потому что он ваш договор кредитный продал как ценную бумагу. Потом эти вот договоры в виде ценных бумаг Центробанк, а Центробанк, напомню, коммерческая структура, фирма, грубо говоря, спокойно эксплуатирует в формате торговли на международных рынках. То есть у него есть пакет ценных бумаг, обязательства граждан России. Ну, Российская Федерация, уже многие, наверное, слышали, это тоже фирма. Ну, поэтому давайте говорить «Россия». Ладно, давайте не будем учиться выживать, а будем учиться жить в этих обстоятельствах. И хватит уже вот эти комплексы гусара включать, типа того, что взял, надо отдать. Это дурное воспитание. Прежде чем что-то отдавать, нужно разобраться в ситуации. У кого что взял и взял ли ты вообще что-либо. Ну и пытаться уметь хотя бы, не обязательно уметь, пытаться защищать свои права. Если сами не можете, сил не хватает, пожалуйста, ссылочка на наш сайт. Специалисты компании «Алиам» эксплуатируют множество законных способов создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий и поместить вас в ту самую финансовую свободу. Не нужно, хватит уже бояться, хватит ходить с мыслями, что вы всем вокруг должны. Ничего никому не должны, это вам должны. Вот. Ссылочка на сайт есть в описании ролика, на сайте выложена видео-презентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам». Также в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказочка. Вот она, посмотрите видео на сайте, и вам все станет ясно. Если вам нужна помощь высококлассных специалистов, то мы ведущий юридический оператор на территории Российской Федерации компании «Алиам». Пожалуйста, можете позвонить, можете оставить заявочку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся максимально быстро. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». Всего вам доброго, друзья. До свидания.